Он не солгал вам, дух печали строгий, принявший имя утренней звезды, когда сказал: «Не бойтесь вышней мзды, вкусите плод, и будете как боги!» Для юноши открылись все дороги, для старцев все запретные труды, для девушек янтарные плоды и белые, как снег, единороги. Но почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл. Нам ясен ужас древнего соблазна, когда случайно чья-нибудь рука, две жердочки, две травки, два древка, соединит на миг крестообразно.